концу года жилье может сильно подорожать, уверены риэлторы. Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости или еще немного подождать? Вырастет ли стоимость жилья или наоборот цены квартиры рухнут на фоне экономических и геополитических проблем? На эти вопросы ответил президент Российской гильдии риэлторов Игорь Горский, выступая на пленарном заседании Сочинского всероссийского жилищного конгресса. Тем, кто планирует приобрести квартиру или же купить частный дом, не стоит откладывать сделку в ожидании снижения цен. Жилая недвижимость как вторичка, так и квартиры в новостройках вряд ли сильно подешевеют в этом году. Небольшие колебания возможны только летом, которое традиционно считается сезоном затишья на рынке жилья. А вот уже с сентября цены снова будут расти. И данный тренд сохранится до конца года. Мы придерживаемся нейтрально позитивного сценария, не видим объективных причин для снижения объемов продаж и цен. Цитируют на сайте агентства Игоря Горского. В мае цены будут еще расти, летом рост остановится, возможно, небольшие колебания, сентябрь снова начало рост цен. И в октябре, ноябре, декабре ожидаем достаточно серьезный рост цен на недвижимость, заявляют эксперты. С вами был юрист-эксперт Евгений Корсакин. Сопровождение сделки с недвижимостью заказывайте по ссылке в профиле или в описании к видео. До новых встреч!